армянская армия постепенно приходит в себя от шока разгрома и поражения во Второй Карабахской войне и вновь начинает различные военные провокации на границе с Азербайджаном. Как сообщает Даяс, об этом на своей странице в Telegram написал известный российский политолог и военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Караченко. По его словам, одновременно провокации начали устраивать незаконные армянские вооруженные формирования, действующие в Карабахском регионе Азербайджана. Совпадение? Не думаю. Понимают ли армянские военные, чем для них в итоге может завершиться попытка в очередной раз наступить на одни и те же грабли? Армения сама устроила себе экономическую блокаду, претендуя на земли Азербайджана и Турции. Россия не будет обеспечивать и датировать процветание Армении. Эксперт считает, что провокационные действия Армении – следствие отсутствия осознания того, как изменился мир и геополитическая ситуация в целом. По его мнению, мирный договор с Азербайджаном, разблокирование транспортных и экономических коммуникаций, скорейший запуск Зангезурского коридора – единственный шанс для развития и восстановления экономики Армении. А выбор элит не идет на пользу армянскому народу. Заключил Караченко.